Праздничные концерты в честь дня рождения Люберец прошли во всех поселках округа. Малаховка не стала исключением. Музыкальную программу организовали на берегу озера. Здесь жителей поселка ждала большая развлекательная программа. Мастер-классы, танцы и песни. Когда спустился вечер, на главной сцене парка состоялся концерт. Поздравляю всех с праздником! Для жителей Малаховки выступили творческие коллективы округа, рок-группа «Манго-манго» и кавер-группа «G&B». Мы поздравляем! Томилина! Роскова-Коренева! Октябрьский! Малаховку! И Люберцы! Желаем успехов, развития, процветания! Счастья! И мира! С праздником! На этом музыкальные сюрпризы не закончились. Малаховцев приехал поздравить финалист музыкального проекта «Народный артист» Алексей Гоман. В Люберецкой приезжаешь район как к себе домой. Я вообще не очень понимаю, как там Москва. Мне кажется, это все одно же. Мы так близко друг к другу. Поэтому поздравляю с 400-летием. Я сам из города Мурманска. Нам всего исполнилось 108 лет. Поэтому со всем уважением, низкий поклон люберецкие жители. Завершился праздник лазерным шоу и праздничным салютом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.